Самый протяженный маршрут в мире с тысячелетней историей. В эти дни в Северокавказском федеральном университете проходит международная конференция, посвященная наследию Великого шелкового пути и продвижению туризма на Северном Кавказе. В центре внимания ученых из России, Италии, Португалии, Венгрии и других стран оказались проблемы и перспективы развития этого направления как приоритетного мирового проекта в данной сфере. Кроме того, сегодня все больше путешественников посещает Северный Кавказ. Так, в прошлом году в нашем регионе побывало 3,5 миллиона человек, а к 2025-му, по словам экспертов, эта цифра увеличится до 10 миллионов. I don't know much about tourism in the region. I've been to Mineral Water. Я только недавно начал знакомство с вашим регионом, но я вижу, что здесь есть огромное пространство для развития. Есть потенциал. Имея такие возможности, грех их не использовать. Хочется приезжать сюда снова и видеть прогресс. Я уверен, что туристское направление в России будет развиваться. Это один из главных цивилизационных маршрутов с тысячелетней историей. И поэтому, конечно, для нас важно очень участвовать в этой многогранной работе. Поэтому мы радуемся тому, что, несмотря на то, что в статусе федерального университета мы, как вы знаете, обретаемся всего 5 лет, но уже третий раз собираем такую представительную конференцию по столь содержательной проблематике.